он не похож ни на кого. Это новый детеныш Пай. У него нордический характер, модная прическа и улыбка Моны Лизы. Малыши всегда поправляются, когда у них есть кто-то, на кого они могут забраться. Он все делает очень медленно. Мы никогда не сможем выпустить его на свободу, потому что мы не знаем, как учить ленивцев выживать в дикой природе. И он не оставит вас равнодушными. Какой хорошенький! Какой ты милый! Боже, такая прелесть, милашка! Знакомьтесь, ленивец! С 12 марта по будням в 17:30. Премьера на телеканале «Зоопарк».